Чествование 11 семейных пар, отметивших золотой бриллиантовый юбилей совместной супружеской жизни, состоялось в Бельском ЗАГСе в пятницу 12 мая в преддверии Международного дня семьи. В торжественной обстановке им озвучили поздравительное послание от имени Рената Усатова, который выделил семьям, долгожителям, ставшими примером добра, верности, любви и красивых человеческих отношений, по 2000 леев. Еще один свадебный подарок каждая пара получит от Фонда социальной поддержки населения. Золотые юбиляры по 500 леев, бриллиантовые по 600. И так как вы у нас прошли интересную историю жизни, и вы знаете, что в доме иногда стучится почтальон, мы сегодняшнее мероприятие его растянем еще на одну неделю. Вам в дом появится почтальон и принесет вам эти денежки. И вы вспомните еще один раз о своей прекрасной жизни, о том, что вы сделали и как оно было. Также хочу сказать, что с большим трепетом и словами благодарности к вам с любовью обращается и примар нашего города Рената Усатова. Несмотря на того, что он не находится сегодня в городе, он вчера позвонил и сказал передать вам слова благодарности, любви, и чтобы ваши семьи процветали дальше, и то, что вы эту любовь, которую вы донесли до сегодняшнего дня, чтобы она была и дальше в ваших семьях. И также от Рената Георгиевича каждая сегодняшняя семья получит в подарок по 2000 лей, которые вы получите на следующей неделе, придут представители непосредственно от Рената Георгиевича. В честь виновников торжества зазвучали теплые слова и напутствия от родственников. Подписями в почетной книге юбиляров пары скрепили свой семейный союз еще на долгие-долгие годы. Им вручили кубки с надписью «За бесконечную любовь». Судьба каждой пары складывалась по-разному. Но всех юбиляров объединяет одно. Однажды, встретившись в молодости, супруги, преодолевая жизненные трудности, сохранили любовь и уважение друг к другу. Вера и Аристид Вишневские идут по жизни рука об руку уже 60 лет. Впервые встретились в Аргееве, когда им было по 19 и 25. Живем на подножном корме и каждый день поем песню Марка Бернеса. В нашей жизни всякое бывает, налетает с тучами гроза. Тучи уплывают, ветер утихает, и опять синеет небеса. Вот так мы и живем. Где хорошо, где плохо, как на длинной ниве. Там и бурян, там и урожай, там и косяк, там и бурян. В общем, все, что хочешь. Любовь с первого взгляда. Думаете, это выдумка? Супруги Лилия и Степан поженились через неделю после знакомства и ни разу об этом не пожалели. Стаж их семейной жизни 50 лет. Они вырастили двоих детей, кроме того, Лилию и Степана радуют один внук и три внучки. Любовь с первого взгляда. Мы 14 января встретились, 22 расписались, тоже в январе, и 27 января тоже свадьбу сделали. Буквально через неделю? Просто... Да, все, да, через неделю. Быстро. А в тот же день, 14 января, делал предложение, когда познакомились. И только в ЗАГСе я узнала его фамилию Рожка. Только знала, как его зовут. И слава Богу, 50 лет вместе. Супруги Любовь и Петр Друня познакомились на танцах в 1966 году, а через год сыграли свадьбу. Они так же, как и 50 лет назад, любят друг друга. Глава семейства, рассказывая о своей любимой жене и прожитых вместе с ней годах, не смог сдержать слез счастья. И красивая, и хозяйка. И вот подарили нам двух сыновей, две внучки, правнук, который 2 года. И правнучка трехмесячная. Если мы не увидим, вот я еду на дачу там на 2 дня, у нас там домик. О, все, я уже через 2 дня вечером звоню, утром звоню, как здоровье, как ты спала, выпила чаю. Я всегда ей первый кофе утром встал сегодня, первый ей наливаю чай, первый такой. И вот самые вкусы такие, значит, конфеточку, булочки к чаю. Все, любимой жене.
очень уважает меня. Чита Марущак поделилась секретом семейного счастья. По их словам, пословица «муж голова, а жена шея» не просто слова. Молодые, особенно женщина, она как идет. Шея, продолжение, она стержень, она должна сохранить семью. Она должна где уступать, где, ну, как говорится. Больше молчать. Больше молчать. Она должна сохранить. А в жизни, как говорят, мужик – это иголка, а жена – нитка. Если нитка крепкая, крепкий шов, и вот… Если шов крепкий, семья долго сохраняется. По словам заведующей бельским отделом ЗАГСа Габриэлы Кожакару, золотые и бриллиантовые юбиляры заслуживают восхищения. Они создали не просто семью, а целый мир вокруг себя, основанный на взаимной любви и поддержке друг друга. Пройти через трудности, через недостачи, через печаль и вместе разделить и радость. Поддержать друг друга, уметь сочетать правильно работу и семейный быт, потому что семейный быт и съедает очень много всего. Уметь правильно найти общий знаменатель воспитания детей, правильно наставить их на жизненный путь, чтобы потом радоваться детям и внукам. Это все очень сложно. И это все только делается тогда, когда люди умеют слушать и слышать друг друга, когда люди умеют проявить терпение друг к другу, когда они умеют правильно расставить все самые главные приоритеты в своей жизни. Поэтому сегодня для вас праздник. Поэтому вы герои. По окончанию торжества главные герои на мгновение оказались в прошлом, закружив в свадебном вальсе, как и много лет назад, в день своей свадьбы.